килограмм. На его сторонах, двух соседей, построили равносторонние. Докажите, что треугольник АЕФ тоже обязательно равносторонний. На его соседних сторонах взяли любой параллелограмм и нарисовали на его соседних сторонах, во внешнюю сторону, правильные треугольники. Правильные треугольники. АЕФ правильный треугольник. Повторяю условия. А, В, С, Д параллелограмм. В, С, Ф и С, Д, Е равносторонние треугольники. Докажите, что треугольник А, Е, Ф тоже равносторонний. Подсказка. Надо увидеть какие-то конкурентные треугольники. ЕФС. Вот возьмите вот этот хороший мел. И, пожалуйста, прямо так напишите. ЕФС. ЕФС. Нет, стоп. Вот этим треугольником. Какой второй? АФВ. АФВ пишем. А. Нет, неверно. ЕАД. ЕАД. Надо помнить о порядке. Это мы находим два равных ответа. У это АВ. Это отрезок СЕ. И это отрезок ДЕ. Это отрезок АВ. Это отрезок ФВ. И это отрезок СФ. У нас градус. Я просто добавила нашу его А. Это 60 градусов. Зачем обозначать его как-то? Да, есть три конкурентных треугольника. ЕФС, АФВ и ЕАД. Итак, это отрезок ДЕ, СЕ и ВА. Да, понятно. Потому что параллелограммы в противоположные стороны равны. И у равносторонних треугольников стороны равны. Да, это понятно. Дальше. Дальше. Все, про стороны все поняли. Угол интересен. Потому что признак конкурентности по сторонам и углу между ними. Дальше мы видим, у этого треугольника равный угол. Да, 60 градусов. И равный у этого. Да, конечно. И какие же углы очевидно равны? Очевидно равны, да. Ну да. Но это все долго слишком. Итак, у треугольника ЕФС какой угол вы нам показываете, который очевидно равен углу треугольника АДЕ. Сядьте, пожалуйста, решите задачу, которую хотите. Сейчас про стороны вы поняли, а про углы вы сейчас делаете все. Обозначим угол. Коль, стоп. Дай им сами решить. Значит, еще раз. По двум сторонам, две стороны он показал. Вопрос, где тот самый угол между ними? Слышите признак? По двум сторонам и углу между ними. Где угол? Видите или нет? Две стороны. Стороны две, да, это помеченные двумя палочками и волнистой линией. Что такое угол между ними? Вы видите на картинке или нет? На сторонах параллелограмма, на двух соседних, во внешнюю сторону построены односторонние треугольники. Нужно доказать, что треугольник А, Е, Ф тоже равносторонние. Понятно, что пока вы не услышали условия, естественно, решать задачу. Уже даже назван признак, по которому мы это будем делать. По двум сторонам и углу между ними. Нет. А, 120 плюс. Да, 120 плюс вот этот. Плюс острый угол параллелограмма. Да, согласен. Теперь, кто там 60? Да. Если да. То это 120. Да. А вот это у вас уже... Молодец. 50. Смотрите, что он догадался. Все, стоп. Главное сделал. Догадался провести сторону... Не уходите.
догадался провести сторону параллелограмма, вот прямо так, вот CD, правильно? И заметил, что если здесь 60, только нельзя, если здесь 60, то здесь надо как-то по-другому отмечать угол. Потому что всегда, когда отмечают, это должно быть равно. Вот, например, 2, 3, как скажешь. Важно, что это 120. Молодец. 180 минус 60, 120. А значит, это 120 плюс острый угол параллелограмма. Отлично. Значит, мы доказали равенство, смотрите, вот этого угла и вот этого угла. А здесь? Продли сторону CB. Продли так, сторону CB. Продлить на этот раз сторону BC. И что будет тогда? 60? Значит, вот здесь 120 опять, да? Этот угол, это острый угол. Опять 120 и острый угол. Значит, действительно, вот эти вот треугольники, которые здесь написаны, они же трен. Отлично. И что? Кстати, на этой картинке тоже так же. Смотрите, один треугольник такой, другой треугольник будет вот такой, а третий такой. Видели? Вот они. Ну, у меня, конечно, немножко криво нарисовано, но надеюсь, что идея понятна. Хорошо, дальше. Так. Все. В конгруентных треугольниках соответствующие стороны равны. Соответственно, что это за стороны? Да? А, Е, А, Ф, Е, Е, Ф. Так. А, Е, А, Ф, Е, Ф. Это одна и та же сторона в этих двух треугольниках. Господа, очень советую, придете домой, сделайте чертеж в живой геометрии. Я вам говорил, что для этого кружка крайне важно, чтобы на компьютере стояла живая геометрия, потому что она позволяет все это рисовать и все замечать. Так вот, сделайте чертеж, что-то подергайте параллелограмм, и вы обнаружите, что действительно там равносторонний треугольник. Ну, в общем, посмотрите, это действительно очень красиво и хорошо.